Чтобы не быть голословным, вот сейчас заглянем на сайтик погоды. Это погода Дальневосточный федеральный округ, вот этот вот закладка. Можете набрать, посмотреть. Вот это у нас днем сегодня было. Ну, было побольше, поменьше, вернее. Это было минус 34. Потому что тут на 4-5 градусов, чтобы людям поменьше платить северным, температуру убирают. Тут вообще был полтинник на Амикуне. То есть это днем, замечу, это на 18 часов, а 22, ну, сейчас будет еще холоднее. Поэтому термометр мой и замерз. То есть вот такие у нас природные условия. То есть я нахожусь сейчас вот в Комсомольском море, да. Такие у нас условия дальневосточные. Даже вот тепленький Биробиджан, на котором просто на 10 дней раньше весна и все остальное, вот 31. Даже Владивосток, минус 14. Владивосток, который просто травка зеленая.